Итак, друзья, мы сейчас находимся в городе Реутов, 1 километр от МКАДа на востоке Москвы. Тут в районе улицы Ленина, дом 13-15 бывших домов, которые были снесены для постройки нового комплекса. Вырыт огромный котлован, который буквально сегодня начал обваливаться, и в него уехала часть дороги. Постараюсь это, конечно, все снять. Если мне не помешает опять охрана. Тут уже прибежали. Пытались запретить снимать. Мол, объект. Хотя тут пол улицы туда обвалилась. Сейчас попробую показать. Надеюсь, по башке не настучат. Чтобы понимать, это наша главная улица Ленина. И тут был пешеходный тротуар с таким вот зеленым заборчиком, который шел вон там. Заборчик резко кончается, обвалился. На том месте был тротуар, он был ровный, сейчас он сместился. Часть обвалилась, забор обвалился весь, там, где раньше пешеходы ходили. В общем, грунт провалился где-то местами до метра перепад, в основном где-то 40 сантиметров. Больше всего здесь видно, прям ушло. Здесь был заезд для тяжелой техники, который тоже треснул. Не знаю, будет видно или нет. Значит, вот это фонарный уличный столб, который стоял вон там, вот в той черной яме. Соответственно, тоже упал. Еще раз повторюсь. На вон где вот эти столбы торчат, там шел забор с пешеходным тротуаром. А еще самое интересное, с той стороны котлована прям впритык стоят еще 2 дома старых, 5-этажки. Да, но реакция охраны меня, конечно, поразила. Я не успел это заснять. Прибежали. Ты еще снимаешь. Сначала один охранник, потом уже второй, там с какой-то монтировкой. Потом еще приходила какая-то женщина, представилась жильцом соседнего дома, которая меня разглядела в бинокле. Которая тоже очень заинтересовала, почему я здесь снимаю. Скорее всего, кто-то из этой же конторы. Вот этот пешеходный тоннель с заборчиком был вон там. И вот все, вот здесь он обрывается, и вон там он обвалился. Котлован очень глубокий. Мало того, что пешеходный обвалился, вон там уже часть, уже дорожная проезжая часть, первая полоса тоже обвалилась.